Всем привет, вас приветствует игровой канал Saints Gamers, мы тут Павел, мы продолжаем проходить игру Зив. Ну и что ж, остановились мы в раз вот на этом месте, я залез на шкаф. И сейчас нам, по-моему, нужно у кого-то чувака украсть ключ. На самом деле, такое жуткое место. Так, я уже сколько раз говорил, и, по-моему, в прошлой серии я заглянул в дверцу, и меня испугала тетка. Так, тут ничего нету. Тут, конечно, очень интересно ходить по... Что это такое? Психушка, наверное, или больница какая-то. Так. Ничего нету. Так, что это у нас тут? А, вот этот самый ключ. Отлично. А он там что-то говорил, у другого ворона нужно украсть. Или этот ворон тут все это прячет? Теперь можно идти в женское отделение. Сейчас пойдем в женское отделение. Так. Опа, на дверь закрылась, а я закрывал. Начнем смотреть на дежурстве. Что-то кто-то топает, что ли, или что? Что-то было слышно. И почему у нас две метки? Так, F1. Так, цели. Так, это что у нас? Вау, какая-то фигня непонятная. Я слышу кто-то... Что-то... Кто-то топает, что ли? Прям такой жесткий слышен звук. Ё-моё, что такое? И что это было? Я видел тут какую-то волну. Так. О, замочек я вскрою, пожалуй. Что такое сейчас упало? Что тут у нас? Закрой быстренько дверь. Так, собирай-ка все. Так, нет места. Чернильница, еще что-нибудь есть у нас? Так, блин, а я как-нибудь могу в ту дырку залезть? Я бы лучше, конечно, поверху пошел. Так, мне ничего не страшно. Мне ничего не страшно. Так, давай. Нифига не видно еще. Так, на что там использовать? А, вон, использовал. Так. Так, подождите, это... А. Так, окей. Прикольно, вот ключи. Так, открывай. Так, опять думаю, в какой же попадется. Я думаю, что вот в этой. Нет? Так. Лучше закрою. А то какие-нибудь придурки будут бегать? Да, Что-то там только в последних везде. Еще что-нибудь есть интересное? Нет? О, вот свечи. Вот я могу попробовать зажечь? Так, у меня вот есть стрелы. Так, не на, я думаю, да? Давай-то я лучше сохранюсь. Так. О, вот он, свет есть. Вот так неплохо. Так, блин, тут не выйти. Ё-моё, это кто? Привидение, что ли? Сейчас его тут не будет. Ну. Может, здесь остались какие-то записи, из которых можно узнать больше. Вон он, этот чувак.
Ну-ка, если я прям на него побегу. И она исчезла. Так, я не хочу свалить в щель. И вообще не хочу тут ничего собирать. Заперто. Блин, тут не протиснуться. А как же мне пройти туда? Так, тут что-то есть. Так, шприц какой-то. Так, окей. Так, чё ж нам делать тогда? Так, а чё там у нас? Там неплохая комната. Так, блин, она нифига не освещает. Так, вскрыть замок. Блин, быстрее бы уже пройти эту главу вонючую. Надеюсь, там дальше таких не будет страшных глав. Да ё-моё. Напугало. Вот чёртово говно страшное. За какими-то ножницами всего лишь. А тут чё? А, все, я, кажется, понял. В принципе, мы правильно-то шли. Тут тебе как-нибудь на ту сторону надо попасть. А я не знаю, допрыгну я или нет. А тут, так думаю, нигде пройти нельзя, да. Ну, сейчас попробуем допрыгнуть. О, допрыгнул, красава. Блин, вот надо было тебе сюда залезть, а? Миллион новых документов. Да, с тобой шутки плохи. Но что ты натворила? Покажи мне. О, первое. Идите в процедурный центр. Да ё-моё, а... Вы оборзели, что ли? Какой нафиг процедурный центр? Тут так-то просто очково ходить. Ничего нету. О! Тут костерчик развел. Прыгай. Блин, ну не пугайте меня. О! Вот это по-пацански. Я, пожалуй, вот эту штуку включу. Спустись, процедурный. Да блин! Сколько можно? Говно. Тут никак. О, там вентиль еще, отлично. Отсюда чтобы вентиль открыть. Сразу открыть, чтобы потом убегать было бы лучше. Так, окей. Так, как вниз. Блин, это тут еще мрачнее. Ищите комнату 3F. Так, нафиг, я не буду ничего делать. О, свет, включись, пожалуйста. Блин. Я нифига не понял. У нас проблема с заключенными! Вот большая... Лучше бы тут люди реально были.
Я бы лучше по стелсу походил. Трие. А вот Треф. Блин, эти ну только двери не смотреть. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Найдите и запустите генератор, ну блин, а. Темно, не знаю как. Как у Гаррета в кармане. Так, давайте быстренько сохранение. И как? А, во. Пожалуйста, свет включись на полную. Отлично, хоть так. Так. Я что-то забыл, как куда шел. А. Отлично, тут закрыт. Я не знаю, зачем тут стекла разбросали. Блин, еще некоторые стучатся. Что тут у нас еще? Записка беглеца. Так, тут, пожалуй, что-нибудь будет. Нет? Значит, тут. Так, сколько у меня маков осталось? Ну, а, 4, в принципе, неплохо. Блин, у меня, конечно, вообще нифига нет этого. Никаких стрел. Если тут даже кто-нибудь бегать будет. Так, давай. О, световая стрела. Она хотя бы светится. Блин, бутылку что, никак нельзя убрать? А, вот. Блин, это вообще какая-то граната. А это нифига не светится, печально. Так, что у меня? Так, давай сюда вскроем замок. Так. Окей. Так, открывай. Чё за говно? Тут есть книга какая-то. И микроскоп своруем. Закроем, пожалуй. Так, надо использовать еду. Так, я не понял, что это мне дало. Опа-на. Как вылезти отсюда теперь? А, я, кажется, понял. Надо идти сюда. Сенсорная депортация. Здрасте. Настройка. Нет, назад. Так, шприцы. Надо выкачать примали с девчонки, но не давайте ей умереть. Ни в коем случае. Знаешь, что такое страх, да, Дар? Оказаться в клетке. Быстрее! Она отравляет прималь! Видишь? О, я все порчу. Прималь опасна! Ее надо контролировать! Нет! Нет! Скорее! Вынесите ее! Она слишком важна и не должна умереть здесь! Бесполезно. Я отведу ее обратно в тюрьму. Только не говори, что нам идти в тюрьму. Пожалуйста. Я думал, ты умерла. Но все хуже. Той ночью ты украла прималь. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Твою ж бабку, это кто там?
Отлично, тебе тут какие-то разгуливают дебилы, мне нужно спуститься на нижний этаж. Это просто прекрасно. Так, ну-ка, чё это? Фантом 0. Ай, плевать вообще на тебя. Я тебя расколочу так. На! Мне пофиг вообще на дебила тебя, на! Дебилы. Чё ты кряхтишь, на! Опа-на, блин, я не знаю кода. Отцепись, отцепись от этого. Тут долбит постоянно. Так. Может, я тут что-нибудь нашел? Какой-нибудь код? Пятая глава вонючая. Страшная. До ужасов. Так. Здрасте. Я вас уже видел в другой комнате. Чё, нигде кода не будет написано, что ли? Блин, ладно, фиг с ним. На бабочке в папоротнике лето. Так, может тут? А, вот тайник. Просьба о переводе. Так. Понятно, нифига я не нашел. Ну, дебилы, пойдем. Я сейчас вас, вам каждому накостыляю. Так, надо поправиться. На. Куда там тебе скинуть? Вот сюда? На, иди, поешь, поплавай. Чувак, ты живой? Так. Гидра. Что там было написано? Гидра. Гидротапция, по-моему. Так, а что мне сделать надо? О! Вот это пацанский. Так, я кого-то слышу. Там они изменились. Так, брось тело. Сгори. Нету. А, да, руку поджать. Так, что у нас тут еще есть интересного? Ничего. О, еще одна записка. Шоковая терапия. Блин, нигде нет чисел. Мне вообще на эти записки не интересны. Блин, он думает, что он ее тут найдет, что ли, а? Я что-то сомневаюсь. Так, хватай. А, ну мне по-любому, наверное, это было. А, не. Так, скрыть замок. Тут еще замок даже на лифт есть, офигеть. Блин. Так, окей. Поехали.
Блин, вот это такой эффект темноты, мне такое ощущение, что как будто катсцена начинается. На самом деле нифига. Так, сколько у меня там осталось? Блин, не очень много. Так, как открыть? А, вот. Окей, есть маг. Хоть какой-то плюс. Ой. Огненная стрела. Это по-пацански. Так, тут только больше нифига нету. Тут есть какой-то рубильник, который по-любому мы сейчас вот так вот круг сделаем, он нас назад вернет. Иди сюда, а. Это что за чмо? Так, есть какая-то лужа, наверное, это от него. Так, эй, куда ты побежал? Так, есть еще один маг. Маги, в принципе, неплохо. Мы тут можем вот таким вот зрением ходить. Так, джи, во. Опа-на, что-то сверкает. Так, соберем. Блин, кто это? Знак. Так, одно очко получено. F1. Так, вот я не знаю, что улучшить. Способность быстро украсть, эффективность, немного снижает расход концентрации, стрельба, значительно увеличит дальность прицеливания. Способность оставаться незаметным, при использовании вы ненадолго сохраняете бонус скрытности после выхода на свет. Что-то как-то мне вот это не очень нравится. Ловкость. Чутье значительно увеличит дистанцию визуального отображения шумов. Так, ну я не знаю, давайте, может быть, чутье. Уверен, что пройдет. Да. Окей, все полностью улучшено. Превосходно. Куда убежал этот? Без штанов, который бегает. Там что за кнопка? Пугает меня, зараза. О! Эрин, может его грохнуть? Держались здесь. Офигеть! Вот это чувак! Просто меня забил, я его даже удар не успел нанести. Так, откуда? Блин, все заново ходить. Так, тут брал охотничьи стрелы? Нет. Лам, пойдемте. Так, 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 так. Так, вот этот раз я в сундук не залазил. Так, тут можно поджечь. Тут еще один маг. Монеточка лежала в тот раз, да. Открывай. Вот он убежал, вот он куда делся? Так, еще одно очко. Ну, то есть не очко, а которое мы в тот раз использовали и умерли. Так, окей. Я думал, что я подкрадусь к этому чуваку, его сзади убью. А нифига. Кряхтит еще. Правила тюрьмы. Эрин действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Отлично. Проверить все камеры. Сколько их тут? Еще этот дегенерат, блин, как его убивать? Но если даются огненные стрелы, я так думаю, огненными стрелами. Давай, я тебя поджарю сейчас. Где ты, мой сладенький? У
убежал. Так, книга. Так, вот это какой-то с замком. Думаю, что вот в этой. Еда, отлично. Угадал прям. Так, это свет, скорее всего, вырубает. Свет нам нужен. Вон он. Так, нет. Нам показывает туда. Ну, скорее всего, так пройти тоже можно. Я в него стрельнул. Ты что включила? Свет? А, смотрите, он сдох. Неплохо. Значит... Я видел много тюрем, но ничего подобного этому. Так, значит, их огненные стрелы берут. Так. А, это прям тут рядом стоит. Так, тут можно как-нибудь пройти? Блин, тут моча разлита. Много стоит вас, которые могут меня выдать. Ой, тут у них вообще какое-то сборище. Анонимных животных. Если я вот так вот потихонечку на картах пойду. Я на картах, ребята. Так, вот это, пожалуй, я возьму. Так, ребятки. Я на картах. Здесь мне потом не скажут, иди выбирайся. Сам. Мы не будем тебя сразу телепортировать. Так, ну что там? На G, по-моему, маг, да, все забываю. Так, удерживаем. Так. Окей, подняли. Так, лучше включу. Так, что тут было? А, наверное, заглянуть за угол. Как вы вообще выглядите-то? Жесткие чуваки. Ох, ё-моё. Как вы рветесь-то? Что с вами тут делали? Ну, давай. Что здесь произошло, Эрин? Это ты натворила? Да, Эрин, что тут произошло, а? Корочка! Почему я одна? Так, ну что ж, давайте тогда мы на этом закончим эту серию. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.